Всех приветствую на канале взломостойких дверей и сейфов компании Monolit. Сегодня у нас на обзоре Monolit Standard в стандартной комплектации замков. Только вот в таком вот очень красивом внешнем виде, классическом. Вот такая вот красавица, золотая фурнитура. Золотая фурнитура уже на сегодняшний день это редкость. Хотя там 10 лет назад редкостью было хром. То есть сейчас золото это 1% дверей, можно сказать, делается с золотой фурнитурой. Внутренняя сторона красный цвет, красная шагрень, если смотреть по каталогу. Очень гармонично сочетается с золотой фурнитурой. Все очень красиво, выдержано. Классический вариант фрезеровки. Замочки стоят стандартные, как я уже сказал, это Monolit Standard. Нижний редукторный Cheese Revolution Pro, верхний Guardian 4001. Наша фирменная перезапорная система. Все работает очень плавно, легко. То есть это можно даже вот на видео, я думаю, передать, насколько плавно и легко работает замочек. Когда мы, получается, закрываем нижний замок, то мы не можем получить доступ к верхнему. То есть вот у нас ключ никоим образом не вставляется. То есть мы берем, открываем нижний замочек, мы освобождаем ключевое отверстие верхнего замка, и только после этого мы можем вставить ключ и открыть верхний замок. Такая система себя как бы зарекомендовала очень надежной, то есть никогда не было никаких абсолютно никаких нареканий по работе такой системы. Такая система работает безупречно, не создает никакой дополнительной нагрузки на замок. И при этом она увеличивает как защитные свойства двери, так и ее свойства против вандализма. То есть нельзя уже там набросать, допустим, каких-то монет в сувальный замок. Те, допустим, случаи, когда там 25 копеек бросали в замки Чиза. То есть это на самом деле, ну, это катастрофа. То есть если в замок Чиза бросить 25 копеек, то этот замок уже все невозможно будет открыть ничем. То есть ни аварийщик, никто, то есть его не откроет. Так, и кроме этого мы имеем от нижнего замка, у нас установлена еще система тяг, то есть система краб так называемая. Одновременно с работой нижнего замка дополнительно выдвигается ригель. То есть вверху двери, вверху и внизу. Дверь полностью готова, сняли под ней небольшой видеообзор, и дверь отправляется своему хозяину. Поэтому, если вам будут нужны такие двери, заходите на наш сайт, на сайте она обозначена как Monolit Standard. Внешний вид вы можете выбрать любой по вашему вкусу. Если вас заинтересовала наша продукция, приезжайте к нам в городе Киеве на улицу Вискозная 3Б. Здесь у нас находится как производство, так и офис, в котором вы можете подобрать как внешнюю отделку, обсудить по замкам, конструкции и сделать заказ. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания.